раннее утро. Привет, привет. Мы едем на точку сбора. Отправляемся в свой пеший фототур. Сегодня наш первый фототур, который мы организовали. С нами идут несколько людей, наших подписчиков. Но не все пошли. Некоторые накануне, вчера поздно вечером, к сожалению, отказались. Испугались, наверное, 8 лет. Может и нет. Всякие обстоятельства случаются. Почти дошли. Осталось немножко за эту ферму повернуть туда и по тропинке вверх. Подсолнух, да, растет. В общем, мы уже почти на подходе. Вот получается ферма. Мы поворачиваем налево и уходим в сторону леса. По Раевке прошли 4 километра от остановки. Вот уже заходим в лес на тропу. Такой здесь вход. Ну все, вот мы зашли в лес. Начинается тропа. И идем вверх. В данный момент идем вверх. Нам тут надо держаться левее. Прям медом. Вон, лягушки прыгали. Лягушки вон, прыгают. Оп. И там еще... Мы ездили в Таиланд в 15 году, по-моему, да, Юль? Вдвоем. И мы там сбросили прилично, короче, приехали вообще такие. А тут именно без листики животов, нужны, без а ничего. Цветочки. Это когда в Турцию едешь, там набираем всегда. Ну там же, да, все включено. А ну. Тут именно цветочки и листики нужны. Можно и листья, и цветочки. А в Таиланде мы также постоянно ходили куда-то, что-то. Вообще в Камбоджу ездили там. Ну вот это среднее то, что. Ангкор-Ват, слышали храмовый комплекс? Нет. Охрененное вообще место. Ну, в интернете вот просто наберите Ангкор-Ват. Офигеть, там просто вынос башки вообще. Но такое место я никогда в жизни вообще не видел. Очень классно. Вот. И двигались, даже загорали мало, можно сказать. Все время что-то куда-то ходили, смотрели. Это на машине, да? 5,3, мамы. 5,3 километра до болотных кипарисов. Ну, до озера. Четко. Мы 3 километра пошли. Мы уже больше прошли. 4? Ну, от остановки же больше. 4, плюс 7 уже прошли. Даже 7,5. А обратно на Тухарскую мы поедем на автобусе? Чего наливать? Чего наливать? Вот дошли мы до первой стояночки. Здесь такой столик. У нас тоже видео про это есть. Расположились. Сейчас чаё попьем, отдохнем немножко. Осталось нам идти до Суко, где-то километра 4, да, осталось где-то километра идти. Около 4 километра. Получается, полдороги прошли. Поганочка. Уже кожа зеленая. Идем дальше. Тут немножко вот после дождей дорожка такая грязная. Ну, пройти можно в целом. Ну, там, тропинку уже натоптал кто-то, да? Так, тут, по-моему, не нравится, что-то, да? Как вам, ребят, такой походик? Пошли бы с нами в фототур исследовать различные места.
следите за нашей группой в телеге. Мы будем анонсировать новые места, куда идем. Как вам дорожка? Хорошая. Замечательно. Легкая? Полайт. Легкая? Ну, я бы тоже сказала легкая, да? Красота. Что там, по лесу обходить будем? Или сбоку есть проход? Это можно дома поставить. Классно. Иди. Ну сейчас по лесу обойдем, ничего страшного. Там змееныши, наверное, плавают. Лягушек кушают. Да, да, да. Бассейны. Тём, не хочешь купнуться? Смотри, какая сосна, офигеть большая. Ствол такой, толстенный. Как тебе идет? Покажи сучку. Юля. Жарко? По солнышкам это хорошо. Жаркости не гломит, как говорится, да? Запах можжевельника. Нравится такой запах? Баньку напоминает? Ну да, пахнет очень вкусно. Природный ингалятор получается, да? Купаться будешь? Купаться и купальник. А ножки нужно. Мочить? Ножки помочь. Ножки обязательно помочь. Потому что ножки уже сильно подустали, да. В кроссовках. Надо обувь правильно одевать. Такая дорожка каменистая. Надо обувь одевать хорошую. В тапочках, в этих сандалях лучше не ходить. Иначе пальцы можно оставить. Уже почти дошли до озера. В прошлый раз мы когда ходили осенью, оно было высохшее полностью. Сейчас уже кипарисы в воде стоят полностью. Озеро полностью наполнено. Скоро мы это увидим. Вот эта горка, по которой мы поднимались тогда, в обратную дорогу, было очень сложная, тяжко. Самая сложная, да. Тут она, потому что еще такая каменистая прям. В окопе сидишь, что ли? Было. Короче, вот выход уже к озеру. Кипарисовое озеро. Супко. Вот оно с водичкой. Здесь все до конца водичка. Раньше мы ходили осенью. Здесь все было высохшее. Не было вообще воды. Кипарисы. Какой пес тут купается? Кайфует, кайфушечки, да? По полной программе, скажи, да? А? По полной программе кайфушечки. Чей, пес. Красивые такие зеленые кипарисы, да? Лодочки, катамараны плавают. Ну что скажете по поводу дорожки? Ну, в этот раз мы прошли очень легко, я даже не ощутила, что я устала. В общем, подведем итог. Дорожка довольно простая, надо выходить пораньше утром. Да, то, что мы пораньше вышли. Чтобы не было жары. Сейчас вот ровно обед, ну, 12, пол первого, то есть уже жарко. Если было час по тропе идти, то было бы жарко. Ну, мы 4 часа, да, шли? Где-то почти 4 часа. Ну, да, 4 часа неспешно с остановками, поэтому нормально можно идти. Ну и детям, я думаю, лет от 7, давай от 8. Давай узнаем, сколько стоит идти. Сейчас вот. Смотри. Прокат кано 1000 рублей полчаса, лодки 1000 полчаса, катамаран с тентом
час 4000, катамаран просто. Ну, короче, сейчас лодка и каноэ стоят одинаково. Пляж. Пляжик. Стоят буйки, но в то же время написано купаться запрещено. Вот, зиплайн. Один проезд 1500 рублей. Вон тут лежаки тоже есть платные, беседки, озеро, удочки, даже прокат есть. Электромобиль до озера, дети до 5 лет бесплатно, зиплайн не менее 16 килограмм получается, что ли. Так, ребята, в общем, вот дорожка к озеру Суко. Вот здесь остается недалеко дойти. Мы клеим сюда наклейку нашу. У меня главное ногти, я не могу отцепить. Отмечайте ее в нашем телеграм-канале. Не делайте фотографию. Ну, фотографию, себя, да. С наклейкой. Отправляйте в наш телеграм-канал. И вам будет классный от нас подарочек. Индивидуальный. Ну, обязательно подписывайтесь на канал. Все. Ну, сканируйте. Наша группа туристов замешает маршрут от Раевска до Кипарисового озера. Вот она, развилка на озеро и на рыцарский турнир. Там вон дома в горах тоже построены. До этой площадки, до этой остановки возит вот этот электромобильчик. Ну, тут заезд вот платный, проезд 600 рублей, видишь? Ну, тут стояние, ну, тут стоянку вот сделали. Нам сюда, на автобус вот сюда идти. Смотрите, как прикольно кактус цветет. Прямо вот здесь вот давай. Вот такой кактус. Офигеть, вот столько цветочков, еще столько не раскрытых. Короче, сели в автобус до Анапы от Суко. Стоит 90 рублей. А люди на машинах в основном едут, на такси, наверное. Да. На автобусе только местные стараются ездить, скорее всего. Ну, классный автобус, тонированный. В принципе, окошки открываешь, вообще не жарко, да?